Здравствуйте, меня зовут Наталья Янченко. В этом уроке я хочу вам представить возможности IP-телефонии. Это выгодная современная телефонная связь. Уважаемая аудитория, уважаемые сетевики, сегодня я хочу вам рассказать о той связи, с помощью которой вы сможете расширить, значительно увеличить свою команду. В современных условиях есть возможность пользоваться компьютером и интернетом в любой точке мира, в любом городе, дома, в офисе, в кафе и даже просто на улице. А это уже дополнительная возможность вести переговоры с вашими потенциальными клиентами и партнерами. Из этого урока вы узнаете, как вы сможете не ограничивать себя в пределах земного шара. Я вам дам программу, с помощью которой вы сможете вести переговоры по наименьшей цене, а в некоторых случаях даже бесплатно. IP-телефония – это современная связь, которая поможет вам вести переговоры с вашими потенциальными партнерами и клиентами, где бы вы ни находились. Самое главное – у вас должен быть компьютер, интернет, микрофон, наушники и телефон вашего оппонента. Сегодня можно с помощью компьютера позвонить не только в Скайпе, но и набрать любой мобильный телефон или же стационарный телефон и поговорить с человеком. В интернете есть множество предложений таких сервисов. Я хочу вам предложить то, что будет для вас выгодно. Сервис, который я вам покажу, даст вам возможность делать бесплатные звонки в разные страны мира. Это очень интересное предложение. А также минимальная цена в России, в Московской области. Посмотрим, что это за сервис. Я расскажу вам о сервисе Nanoq. Этот сервис предоставляет возможность перезвонить с любой точки мира по IP-телефонии, по IP-связи, то есть с вашего компьютера на телефон стационарный или мобильный. Оплатив аккаунт, вы будете иметь возможность пользоваться бесплатными звонками в течение 120 дней. Вот здесь в левом углу отражается те страны, в которые сегодня можно позвонить бесплатно. Российская Федерация сегодня, да, вот Москва вся, без все звонки на стационарные телефоны бесплатно. Не правда ли? Интересное предложение. На этой странице можно увидеть цены. Вы выбираете валюту, в которой хотите увидеть цену, и выбираете страну. Например, Польша. И вот вы видите, какова цена. 0,06 евро. И так можно пройти, посмотреть, проверить цены и перезвонить в любую страну. Установить программу вы сможете с помощью желтой кнопочки Download. И для того, чтобы сделать все правильно, я приглашаю вас на бесплатный вебинар. Приглашение и ссылку на вебинар вы получите в письме. Пожалуйста, следите за рассылкой.
Запустить программу на ноут с компьютера можно прямо с панели задач или же с рабочего стола, если выставите сюда ярлык, или через кнопочку «Пуск» программа на ноут будет прописана вот здесь. Смотрите, какая это компактная программа. Имеется небольшой размер, а также не занимает много места на компьютере. Установить такую программу вы можете на любом компьютере. Вам следует только один раз зарегистрироваться и придумать пароль. И тогда после установки вы сможете зайти в свой аккаунт на ног с любого компьютера. Давайте посмотрим, какими еще преимуществами, кроме размера, обладает программа NaNoH. Очень удобная вкладка «Истории», и здесь вы всегда можете просмотреть, какие звонки вы уже сделали, если вдруг что-то себе не отметили. Для того, чтобы добавить контакт, вам необходимо заполнить вот такую форму. Здесь тоже, как вы видите, есть возможность указать и город, и адрес, и также дополнительные данные о человеке, с которым вы будете общаться. Указываете мобильный телефон и сохраняете контакт. Для того, чтобы позвонить, достаточно ввести номер телефона вот в эту строку и нажать зеленую кнопку. После того, как вы переговорите с человеком, вы сразу же сможете заполнить карту контакта, и этот номер телефона останется в программе. Контакты сохраняются следующим образом. Вы их можете разделить на несколько групп, которые здесь даны. И если человек уже внесен программу, для того, чтобы ему позвонить, достаточно его просто выбрать двойным щелчком или же нажать на номер телефона. Особых настроек программа не требует. Можно все оставить по умолчанию. Уважаемые друзья, сетевики! Сегодня вы узнали о возможности позвонить любому партнеру в любую страну с помощью компьютера и интернета. Сервис NaNoH интересен тем, что это простая программа, которая не требует дополнительных загрузок на компьютер. Вы всегда можете установить ее на любой компьютер и зайти в свой аккаунт. А также есть возможности звонить бесплатно. Для того, чтобы установить такую программу и сделать все правильно, я приглашаю вас на вебинар.